И снова всем привет, с вами Олег Лавгудин. Вот к нам пришел молодой человек. Проверили его уже, протестировали. Повороты отличные, почти на 90 градусов. И в эту сторону, и в эту. Вот даже только два пальца пролазит. На наклон, когда проверили, получается у него второй и третий позвонок выпирает влево. И тут больнее, да? Да. Вот, прям попали в эту точку. Это защемляется фасеточные суставы, кровообращение в затылочной зоне, соответственно, слева страдает. Тебе такой диагноз поставили, да? Да. Да. Вот, затылочная зона отвечает за глаза, может и зрение даже портится. Так, а вот в эту сторону у тебя больно? Да. Вот здесь. Это уже 5-й, 6-й, 7-й шейный позвонок, здесь фасеточные суставы сжаты с этой стороны. То есть они компенсаторно по диагонали. Сразу можем это подправить, стоя, если крепко стоишь, но голова расслабится. Расслабляй голову. Так, полностью расслабили, расслабили. Еще. Ух ты. Только стой, стой, пошили ноги. Так, еще. На поворот расслабляй голову, расслабляй. Вот до конца не расслабляешь. Вот так, упружинили и... Руки в замок на шее. Вот так, отсюда, в замок. Замок, замок. Ага. Подбородком касается ключицы. Локти ближе и ниже. Расставляй локти. Вот так, вот так, вот так, да. И не отпускай свои руки, скручивайся вперед. Угу. Все, расслабились. О. Вот так вот. Держи, держи, держи. Это был грудной отдел, теперь пропусти меня сюда. Нижний отдел шеи, шаг вперед, плечи расслабь и заваливайся на меня. Так падаешь, как будто падаешь, провисаешь в гамаке, провисай, провисай всем телом. И верхний отдел теперь. Расслабься, расслабься. Еще смотри вверх. Опа. Так, приходи в себя. Теперь смотрим вот так, поворачиваем, нажимаем. Болит? Нет. Здесь прошла боль, да? Да. Так, вот эта щека прошла. Сделаем вот так. Клади щечку на руку. Угу. Расслабили, расслабили заднюю. То есть мышцы расслабляем. Еще, еще, еще. И еще. Угу. Еще, еще. Опа. Вот мы его поставили.